Хотели бы, чтобы Украина стала частью России? Конечно, нет. Почему? Ну, давайте так, окей, смотря на каких условиях. Если так захотят люди в Украине, то, наверное, да. Но я сомневаюсь, что кто-то может захотеть. Нет. Почему? Ну, а зачем это? Другое государство? Да как-то, не знаю, как-то ровно. Да нет, наверное. Да нет, я не знаю. А как народ захочет, так и будет. Это не какие-то политики должны решать, а сам народ. Не народ для политиков, а политики для народов. Вот в чем дело. Нет, хотел бы, чтобы Украина всегда была независимой и двигалась в своем направлении. Не была привязана к бывшим странам Советского Союза. Отличный пример Эстонии. Типа у нее получилось. И Украина тоже должна получиться. Нет. Почему? Это хочет один человек. Все. Нет, я этого не хочу, и все мои друзья этого не хотят. Слава богу. Нет. Я не вижу в этом смысла. У них все хорошо без нас. Мы там не нужны. Ну, как-то хочется, чтобы люди были нормальными. А все вот эти политические вопросы, это не нам решать, к сожалению. И мы на это влиять не можем. Хотели бы, чтобы Украина стала частью России? Нет, зачем? Нет. Почему? Я больше за децентрализованную власть, а Россия очень централизованная, и большей территории под ее контролем, я бы не был рад этому. Нет, потому что они не хотят. Нет, мне кажется, не хотел бы. Там все-таки живут украинцы с украинскими улицами, с украинским менталитетом, с украинским языком. Мне кажется, это их город, и они заслуживают, чтобы их государство сохранило свою как бы суверенность. Хотели бы, чтобы Украина присоединилась к России? Нет, зачем? Ну, это отдельные государства, пусть живут, как бы строят там, только без националистов. Вот, чтобы я приезжал, как я раньше, я в прошлом был музыкантом, я как бы раньше очень много гастролировал по Украине. Всегда был радушный прием, все было замечательно. Русские, украинцы, как бы это все было нивелировано. А последние годы, вот там с 2014 года начиная, ну последние годы, ну это просто ад. Кошмар, это не кто-то, я не пропагандист, ничего, я просто бывал там и на себе это испытал. Да мне на самом деле абсолютно все равно. Ни от этого ни холодно, на самом деле ни жарко не будет. Если люди там будут жить лучше, только буду рад, чтобы они там жили лучше. И все равно, на самом деле, будут они жить там, типа, в России лучше, или они там будут где-то в другом месте.